самое главное вот во всем, когда меня спрашивают, там, откуда у меня энергия, откуда у меня какой-то заряд, нервничаю ли я часто, или как держать дом с детей одновременно, там, с мужем, чтобы все в порядке было. На самом деле, ко всему надо иметь позитивное мышление, потому что как человек сам настраивается, так у него в жизни все и происходит. Вот я на самом деле никогда, ну, очень-очень редко злюсь, очень редко нервничаю на что-то такое, вот что происходит вокруг меня, там, на дорогах, в магазинах, в очереди. Я очень терпеливая и ко всему отношусь с позитивом, потому что вот, когда люди, знаете, ищут вокруг себя какой-то негатив, да, и не радуются за других, то... К сожалению, это очень-очень плохо, потому что они не понимают, что те люди, у которых есть успех, у которых все в жизни складывается хорошо, вокруг них, они приносят этим вам же энергетику очень хорошую. Вы должны радоваться, что такие люди окружают вас, и брать от них что-то хорошее. Потому что если вас окружают какие-то, наоборот, люди, которые всегда тянут вниз вас, то есть у них ничего не происходит в жизни, они не успешны, у них все плохо постоянно, то... наоборот, они вас не будут заряжать. Поэтому вы никогда не завидуйте никому, никогда никого не осуждайте. Наоборот, радуйтесь, что такие есть люди. Лучше черпайте от них что-то хорошее, позитивное. И тогда Вселенная будет вам обязательно это все давать. И когда меня спрашивают, почему именно Вселенная, там, почему не Бог или жизнь и так далее. На самом деле для каждого есть... свой Всевышний, да, в которого он верит. И это может быть Вселенная, жизнь, это могут быть наши предки, это может быть Бог. Просто вот что-то сверху вам обязательно даст все хорошее, то, что вы к себе притянете. Вот, берем ручки, девочки, или листочки, или просто слушаем. Я вам сейчас расскажу про 7 самых эффективных упражнений, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Первое. Ну, конечно, вы про него все слышали, наверное, знаете. Первое — это ну, для того, чтобы в жизни все получалось. Я начну с этого. Потом вам расскажу про свои планы на будущее и что я готовлю для вас. Привет из Тольятти. Первое, смотрите, вы когда чего-то хотите всегда, пожалуйста, или когда лень вам что-то делать, всегда думайте о том, а что будет со мной через год, через 2, через 5 лет, если я останусь на этом же уровне и не начну что-то делать с сегодняшнего дня. Хоть что, хоть самую малость для себя. Если вы останетесь на этом же уровне, либо наоборот пойдете вниз даже и станете еще хуже, чем есть сегодня, представьте, что будет с вами через 5 лет. Вот вы обязательно пропишите это. Это практика, которая дает понять каждому человеку, что на самом деле нужно маленькими шагами что-то делать ежедневно, чтобы его жизнь менялась к лучшему, и чтобы, оглянувшись потом назад, там буквально через 3 года, даже через год, вы увидели в настоящем совершенно другого человека. Это такая первая практика, первое упражнение, которое прям помогает каждому человеку взглянуть на свою лень с другой стороны, и которое заставляет встать просто и что-то сделать, измениться куда-то в лучшую сторону, ежедневно сделать какой-то шажочек, чтобы все получилось в будущем через 5 лет. Второе упражнение — это список целей и желаний вообще на год, на ваш. Можно прописать 100 желаний, можно прописать 100 целей, но самое главное — это прописать, потому что вот такая практика и такое упражнение, оно в большей степени дисциплинирует вас, потому что не каждый найдет даже 10 минут, не каждый себя вдохновит, чтобы сесть и это все прописать. Поэтому если у вас нашлось вдохновение, нашлось время, пожалуйста, сядьте, пропишите. И хочется, чтобы у каждого человека ежедневно вот цели и желания, они только увеличивались, чтобы их становилось больше и больше. У меня есть вот такой блокнот зелененький. Я его просто купила под цвет своего сайта, своего блога. Я его очень люблю. Я сюда записываю все свои цели, все свои мысли, все, что... Вот просто такая моя правая ручка, которую с собой всегда ношу. И это не обязательно там должен быть ватман, который висит. Ой, даже мои
желания вывалились отсюда. Это просто может быть обычный блокнот, где вы все будете записывать. Это второе упражнение, которое тоже помогает определенно. Вот если вы будете прописывать, определенно будет вам привлекать что-то в вашу жизнь. Следующее, третье упражнение – это список благодарностей. Обязательно тоже записывайте. Я вот сюда тоже записываю все и всех, за что я благодарю Вселенную, жизнь, Бога, все, что со мной происходит, родителей, мужа, детей, вот все, вас благодарю, вот обязательно пишите, не стесняйтесь, благодарите, потому что когда человек благодарен, да, когда он испытывает благодарность кому-то или к чему-то, ему привлекается еще больше всего, потому что такой человек обязательно будет доволен своей жизнью, обязательно будет доволен тем, что с ним происходит, а когда человек неблагодарный, у него всегда все плохо. У него все, что вот происходит, окружает и вокруг него, ему кажется, что это вот все не так и все не эдак. Он везде ищет какие-то загвоздки. Вот, это прям третье такое упражнение, очень хорошее. Четвертое, девочки, записывайте обязательно список своих достижений. Вот все, что вы считаете прям крутым, что с вами произошло, чего вы достигли, добились, пишите, не стесняйтесь, хвалите себя. И можете туда же прописать то, чем вы гордитесь, например, в своей внешности, в своих поступках, в своем поведении. Вот все туда записывайте, самое хорошее про себя. Это будет вас мотивировать еще больше двигаться и становиться еще лучше. Вот это тоже очень хорошее четвертое такое упражнение. Пятое. Письмо деньгам. Очень хорошая тоже практика. Вы можете написать письмо деньгам так, как своему другу. Например, привет, деньги. И высказать им все, что вы считаете нужным. Плохое там. Почему вы меня там загоняете в кредиты? Почему у меня ипотека? Вот деньги. А я считаю, что вы мне дали возможность там съездить, слетать туда-то, туда-то. Пишите все, что думаете про деньги. Это тоже прям очень хорошая практика, потому что вы выскажетесь и барьеры какие-то уберете в финансовом плане, ну и Вселенная откроет вам двери к чему-то новому. И шестое, да, утренние, ну это утренние, получается, страницы, можно ее выполнять днем, можно выполнять в течение дня, просто вот у меня есть тоже отдельная тетрадочка, это как дневник, я туда пишу всегда свои мысли, когда хочу высказаться, когда, допустим, недовольна, злая на что-то, или вот что-то мне не устраивает, я всегда выписываю эти мысли вот в тетрадочку, на листок, потом можно вырвать, смять, выбросить, это тоже очень хорошая техника. И седьмое. Представьте, пожалуйста, утро через 3 года свое. Вот это тоже очень хорошая практика. Выпишите то, как вы себя ощущаете и как вы себя видите через 3 года утром. Где вы просыпаетесь, в каком доме, кто вас окружает, какие люди, какие дети, сколько детей, как выглядит муж, в какой одежде вы проснулись, какой интерьер, какая посуда, как вы выпили кофе или чай. В общем, все прописываете, как вы себя видите через 3 года. Это тоже классно, круто, потому что вы будете себе привлекать то, что вот обязательно пропишите. Я уверяю вас, что это все работает. Просто определенно есть люди пессимисты, есть оптимисты. Поэтому хочется, чтобы каждый человек был оптимистом и верил во все, что вообще происходит в его жизни. У меня вообще сейчас такой прям бодряк, такое настроение крутое. Ну, я просто зарядилась, особенно когда мы прилетели с отдыха, потому что когда я куда-то улетаю, да, когда я где-то вообще меняю обстановку, у меня приходит настолько много крутых прям идей, что хочется делиться с вами. И для этого я, наверное, вот этим всем я вдохновляюсь. Когда вы спрашиваете у меня, так, как мне здесь слайды-то включить? Когда вы меня спрашиваете про то, что вообще нас ожидает, вот, я вам расскажу, что мой марафон никуда не уходит. Он стартует следующий, 22 марта, где мы будем также делать с вами зарядки, тренировки, растяжки, курс будет для спины, новое совершенно меню на 30 дней весеннее. Плюс будут еще эфиры с участницами, я добавлю. Будет со мной VIP-сопровождение, добавляю новый пакет, если вам не хватает отчетов, не хватает со мной общения, какой-то проверки. Это будет новый тариф.
тариф, вы будете со мной лично общаться. В общем, все остается как прежде. Марафон 22 марта стартует. Я обязательно объявлю об этом сторис в ближайшие дни, и можно будет записаться. Там, может быть, сделаю, кстати, даже скидочку в честь 8 марта. Поэтому, девочки, все это остается. И когда я заряжена, да, когда я отдохнувшая, я заряжу и вас по полной, потому что на своих зарядках, как вы сейчас видите, такие же будут и тренировки, и вам захочется это все выполнять, потому что начинать всегда определенно нужно с самого себя. Это вот без разговоров. Хотите, чтобы жизнь вам улыбнулась, начинайте с самой себя. Дальше, девочки, курс по макияжу многие ждут с Викой, который мы готовим. Там, к сожалению, очень долго это все получается, потому что видео она записала, все обрабатывают, курс будет на платформе. Нужно все это настроить. Крутые тоже уроки. Прям она ставит там, поставит минимальную саму цену, но это будет курс, который нужен будет для каждой девочки. Там будет повседневный макияж, вечерний макияж, прическа, еще как там стрелки, губы, тон. В общем, все-все-все, все ее секреты, практики. Я ее прям попросила, пожалуйста, сделай все это онлайн, запиши видео, потому что она крутой просто мастер. И я знаю, что многие мои подписчики очень хотели, им очень нравится, когда мне делают образы, хотят научиться. Но знаете, бывает так, что куда-то идешь и не знаешь, как себя привести в порядок, там, как тон наложить, как глаза накрасить правильно, как брови. Вот она этому всему там учит. И прям у нее один образ стоит 10 тысяч рублей. Чтобы сходить к ней, 10 тысяч рублей стоит и прическа, и макияж. А курс в пределах 990, наверное, будет цена, ну, которую каждый приобретет, и он будет всегда у вас там где-то в копилке, в папке. Поэтому это тоже будет, потому что вы спрашиваете, спрашиваете, спрашиваете. Просто немножко терпения, мне надо все-все-все это организовать. Ну и вот про что я вам хотела сказать, потому что тоже все очень спрашивают, что же за такой новый проект, который я готовлю, куда я просто посвящаю себя сейчас полностью от и до, потому что я заряжена, потому что я готова делиться всеми практиками, техниками, ну, за эти 4 года, которые помогли мне, наверное, стать настоящей гармоничной женщиной. Вот не побоюсь этого слова, у меня есть абсолютность все сейчас, и я просто поняла, как этого достигать, как быть просто счастливой женщиной, настоящей, жить в гармонии. И хочу сделать прям огромный настоящий курс на определенной платформе с кураторами, с проверкой домашнего задания, с вебинарами, с психологами, с различными специалистами по финансам, практике. В общем, это будет курс, который будет, наверное, прям масштаб из масштабов. Курс будет стартовать в начале мая примерно, да, через 2 месяца, потому что подготовка, продюсеры, специалисты, технические, нетехнические, я, это все нужно делать, доделать и пустить его в массы для того, чтобы он обязательно изменил жизнь каждой женщины, потому что женщина, она не может похудеть, не сможет изменить себя, если она находится не в ресурсе. Вы должны это понимать, потому что многие женщины, они вроде бы как хотят, но у них не хватает энергии. Они хотят, но у них не хватает мотивации. Они хотят, но они постоянно вялые, они постоянно не знают, с чего начать. Они бросают, у них плохо все в отношениях, они не могут настроить ни карьеру, ни жизнь вообще в общем, которая у них происходит. Поэтому вот этот курс будет об этом именно. Этот курс, он просто зарядит вас и превратит обязательно в другую совершенно женщину, потому что сейчас уже вот-вот я получаю диплом психолога и с гордостью имею право просто с психологической точки зрения вам давать различные практики, медитации и все, что будет менять каждую женщину. Поэтому вот этот курс, про который я вам говорила, он называется «Женская энергия и гармония жизни». Здесь вот где-то другой слайд. Здоровье также. Вот просто все поправится. И я сама даже жду. И это будет прям круто-круто. Я курс
стартует на определенной площадке, будет у вас свой личный кабинет, будут открываться уроки, будете выполнять домашние задания, будет прям площадка огромная. И так как курс стартует в мае, да, это будет не марафон месячный, там, по цене 1700 рублей моего марафона, это будет обширный курс, прям дорогой курс. Он будет просто для особенных женщин, которые готовы что-то менять в своей жизни и прям измениться, прям получить вот эти все знания от всех специалистов, которые я соберу от меня, да, и поэтому курс будет дорогой. Вот сразу говорю, кто готов, тот попадет в этот курс, конечно, попадут туда не все, и сегодня за 2 месяца до начала курса половину стоимости этого курса я готова предложить тем, кто сегодня зарегистрируется, да, и захочет оставить заявку на этот курс, попасть туда по сниженной цене на 50%. То есть вы оплачиваете, если хотите попасть туда, начать меняться, изменить себя, и просто ждете до мая, и потом вам приходит вся информация до начала курса, там за недели две вам открывается доступ в платформу, и мы с вами стартуем. Просто цены такой, как вот сейчас, не будет. Сегодня ссылка в шапке профиля, чтобы попасть на этот курс, либо написать по этому номеру WhatsApp, который вы здесь видите, менеджеру, он вам ответит, и вы можете записаться, узнать все подробности и попасть, забронировать место себе по сниженной цене наполовину. Потому что, ну, вы сами знаете рынок, да, знаете психологов, знаете товары, продукты. Это очень все дорого, но это очень все нужно, поэтому вот это предложение, кто присутствует сегодня на этом эфире, вы можете воспользоваться, потому что ссылку я уберу, и все, и набора вот в этот курс не будет. Потом уже ближе туда к маю объявится набор, и, конечно, будет по дорогой цене предлагаться людям, для тех, кто точно готов меняться в своей жизни. Ну а сейчас для вас только те, кто присутствует, кто услышал эту информацию, можете переходить в шапку профиля и записываться. Вот. И напоследок я хочу ответить на все ваши вопросы, потому что вопросов вчера вы мне позадавали очень много. Вот это очень смешно. Здесь так вот читаешь, да, когда ваши вопросы открываешь, и понимаешь, насколько же люди все абсолютно разные. «Почему вы такая растрёпанная?» — пишет одна девушка. И другая там внизу. «Татьяна, вы такая прекрасная». Представляете, что жизнь что вообще дает жизнь тому человеку, кто пишет, почему вы всегда растрёпанная, и той девушке, которая пишет, почему вы такая прекрасная. Да? То есть даже можно понять, что у той девушки, которая пишет, что все прекрасно, у нее в жизни все прекрасно, которая пишет, что почему вы такая растрёпанная, да, у нее, мне кажется, в жизни, естественно, все не ладится, и она не привлечет себе доброту, позитив, от нее будет только все уходить. Вот это очень важно, менять свои установки и отношения к людям. Как вы относитесь к людям, так и к вам будут относиться. Это мое правило вот на 100%, которым я живу. Моя еще любимая фраза: все, что не делается, к лучшему. И когда что-то хочешь сделать, подумай, как будет тому человеку, которому ты будешь это делать. Если ему будет приятно, значит, делай это. Если ты его обидишь, если ему будет больно, если ты почувствуешь, что тебе будет больно и обидно, значит, не надо этому человеку это говорить или писать. Вот. Начинаем. Так. Угу. Почему с нормой в весе худеть тяжело, хочется еще скинуть вес? Почему с нормой в весе худеть тяжело? Немножко не поняла вопрос. Если вас ваш вес устраивает, вы просто работаете над мышечной массой, вы работаете просто со спортом и изменяете рельеф тела, а вес остается прежним. Как отучиться от сладкого? Другой вопрос. Вообще от сладкого не надо отучаться, вообще убрать все эти установки, потому что можно абсолютно все. Самое главное — знать, сколько съесть. Вообще есть такая практика, это 50 грамм, так, 50 калорий любого десерта вы можете съесть. То есть, допустим, вы съели обед и можете на 50 калорий съесть какого-то десерта. Допустим, если это шоколадка 540 калорий, чтобы съесть 50 калорий, вы тогда должны взять 10 грамм. Можете смело съесть. Если это 240 калорий на 100 грамм какого-то десерта, значит, вы можете съесть
50 грамм такого десерта. Поэтому вот если вы будете съедать на 50 калорий в день какого-то десерта, то вреда он вам не принесет. Если вы будете съедать на 600 калорий такого десерта, то, конечно, это будет очень-очень плохо. Хотела к вам на марафон не достучаться ни на почту, ни на личные сообщения. Во-первых, если вы хотите записаться на марафон, либо попасть куда-то, либо в меню, либо у вас какие-то проблемы, у меня есть рабочий WhatsApp, только пишем на него. Он есть на сайте, я всегда его оставляю в комментариях, везде он есть. Сюда в директ я не отвечаю по причине того, что не вижу. На почту я тоже не отвечаю. Когда идет запись в марафон, всегда стоит ссылка в шапке профиля на мой сайт. Вы можете просто переходить туда и записываться, выбирать пакеты любые. Сейчас ссылка стоит там для того, чтобы забронировать, кто хочет, место в курсе, в огромном, обширном курс по женской энергии. Пожалуйста, кто хочет, переходите туда, потому что я уберу эту ссылку завтра. Будем готовить курс, подготавливайте, через 2 месяца он выходит в массы, он выходит в мир женщин, который изменит каждую из вас, которая просто начнет совершенно по-другому относиться к жизни, которая начнет привлекать и себе только позитив, и выделять вот эту женскую энергию, потому что без энергии, к сожалению, ничего не будет. Энергия — это ресурс каждой из нас, каждой женщины, которая помогает выглядеть красиво, энергия помогает нам быть здоровой, энергия помогает активной быть, энергия помогает хорошие отношения поддерживать с мужем, с семьей, с друзьями, энергия помогает радоваться жизни, заниматься любимым делом, энергия помогает нам просто жить полной, наполненной жизнью. Когда женщина наполнена, она наполнена как сосуд, и она готова делиться этим со всеми, кто ее окружает. Это очень-очень важно. И это вот самое нужное, что, наверное, каждой женщине необходимо. Не калории считать, не на диетах сидеть, а просто начать себя и понять вообще, как изменить свою жизнь, чтобы все складывалось как в мозаике, в пазлы, и образовывалась картинка под названием «Я», под названием «Вы», где вы будете красивая, счастливая, нарисована, изображена, где будете излучать позитив только и тепло. Как сбросить вес быстро? Этого невозможно сделать. Конечно, возможно, если вы будете ничего не есть, девочки, но, к сожалению, вы тогда повредите себе здоровье, вы тогда будете себя чувствовать плохо, гормоны пострадают, просто вес сбросите, но это ненадолго. Поэтому мы вес сбрасываем оптимально 1% в неделю от вашего веса. Это без вреда для здоровья. 60-200 килограмм, 600 грамм в неделю – отлично. Весите 100 килограмм, 1 килограмм в неделю – это тоже супер. Конечно, уходит больше в первую неделю – это вода, но не нужно торопиться, плавно, медленно двигаться к своей цели, зато он никогда не вернется. Так, можно ли проходить ваш курс при панкреатите? Нет, лучше не надо, потому что там определенная диета, особенно если у вас обострение, пожалуйста, через врача. Дальше. Так, здесь ваши комментарии мне закрывают. Так, цена марафона такая же сейчас, цена на большой курс. Нет, цена моего марафона всегда не меняется, она 1690 остается. Вот моя цена марафона, где зарядки, тренировки, это именно марафон по преображению себя, спорт, питание. Да, это совершенно другой курс, и цена, естественно, это не марафон, это прям масштабный курс на платформе, на год-курсе, с домашним заданием, с кураторами, с вебинарами, со специалистами. Специалисты все будут приглашены, поэтому, девочки, это совершенно другое. Это вот прям, наверное, изменение жизни каждой девушки. Так, с чего начать, чтобы выйти из ямы? Ну, смотря из какой ямы. Что подтолкнуло на изменение себя? Ну, подтолкнуло, наверное, то, что хотелось энергии, хотелось жить как-то по-другому. Потому что если вы недовольны жизнью, то начните только с себя. Я еще раз говорю. Когда следующий марафон будет 22 марта? Дальше. Как смотивировать мужа на поддержку во всем? На самом деле, если женщина недовольна собой, да, если женщина в отчаянии, если женщина просто поникшая, то она и мужа не смотивирует
что-то выполняет. Когда женщина горит, когда женщина цветет, когда женщина что-то творит, делает, у нее просто ее прет вот от всего, что она делает, то мужчина, смотря на нее, он определенно хочет ей помочь, что-то сделать, как мой сейчас муж, он просто смотрит на меня, он не понимает. Он просто боится, как будто я куда-то упорхну. И он каждую помощь, а давай я это тебе помогу, а давай это, а давай я сделаю, а давай я, а вот давай я, а давай я. Потому что он видит, что перед ним стоит девушка, да, которая цветет, которая в гармонии с собой, которая удовлетворена, и которая знает, чем она занимается, любит, и просто излучает энергию. Поэтому мужчины, они как магниты притягиваются на такую энергетику. И вот эту энергетику обязательно нужно прорабатывать и начинать с самого начала. Самый первый урок, он прям уже готовится, он будет про нашу самооценку, как поднять ее, как наладить, от чего она зависит и вообще с чего начинать. Потому что когда ваша самооценка начнет подниматься, тогда вы будете совершенно себя по-другому чувствовать. Хочу вашу книгу с рецептами «Как заказать». К сожалению, книги разобрали в издательстве. Я пока думаю, делать ли мне второй запуск печати книг, потому что, честно вам скажу, я в минусе с книгами. Я оплатила за печать, да, за издательство, в издательство оплатила. И они мне выплатили только один раз там какую-то сумму минимальную, и все книги уже продались, они мне еще ничего не выплачивали, говорят, что у них там какие-то задержки, это уже длится полгода, и я им объясняю, что ну, я тогда у вас больше тираж не закажу, даже если они мне выплатят всю сумму, я все равно в минусе остаюсь, потому что книги, они не приносят прибыль, как все думают, книги, они просто для того, чтобы... Ну, это твое лицо, это то, что просили мои подписчики, поэтому я сделала. На самом деле с них прибыли никакой. И возни очень много, но так как она уже у меня готова, может быть, они мне еще напечатают, там, пусть попрошу 1000 экземпляров. Но только если они мне выплатят всю остальную сумму. Намучилась с ними, столько нервов потратила. Так, возможно ли худеть на грудном вскармливании? Однозначно. Тут знаете, какой момент? Если вы на грудном вскармливании, и ваш вес, допустим, большой, там 70, 80, 90, 100 килограммов, то вы можете себе калории не прибавлять плюс 500. Когда прибавляют девушки, когда на грудном вскармливании, вы можете, допустим, просто рассчитать калорийность, сделать себе дефицит и питаться на этом дефиците, и ваши вот эти 500, они будут уходить из вашего веса, да, и, то есть вы будете терять вес, и из вашего веса будет уходить калории в молоко, и вы благодаря этому будете худеть. Если ваш вес, допустим, 60 килограмм или 55, не такой большой, то можно прибавить к вашему дефициту калорий плюс там 300-400 калорий плюсом, как в молоко. Тогда да, потому что вроде бы у вас жира немного, неоткуда брать вот эту калорийность, да, чтобы в молоко уходило. Поэтому можно так попробовать. Пробовать и так, на самом деле все, что мы делаем, это нужно пробовать. Только на практике мы можем понять, подходит ли нам это питание, подходят ли нам эти тренировки. Никто никогда не знает, что будет хорошо для вас, девочки, потому что определенно для вас может подходить то, что не подходит для Маши, Тани, Кати, Светы. Для вас определенно подходит другое. Поэтому мы пробуем, мы практикуемся. Лучшее все, что мы можем сделать для себя, это пробовать и получать опыт. Потому что даже самый плохой опыт — это круто. Потому что опыт — это знание, и это то, что вам потом пригодится. Поэтому пробуем и смотрим, что вам подойдет. Так. Минуту. Так. Еще, знаете, хочу вас поблагодарить за все ответы в анкетах, которые вы отвечали мне. Очень много тысяч человек ответило, мне было очень приятно, я все читала, обратную связь получала, там девочки отвечали, что подправить, что исправить на марафоне, и поэтому натолкнули меня на VIP-сопровождение в моем марафоне, потому что я поняла, что многим там не хватает именно моего сопровождения, поэтому я решила сделать этот тариф. Вот. Смотрите. Это я вам рассказала. На вопросы еще продолжу вам немножко отвечать. А всем, кому не отвечу, тогда так в личку буду писать ответы на ваши вопросы. Как питаться и заниматься
при удалении органов малого таза. Ну, там через врача, если что касается тренировок, только через врача, а питаться можно обычно, потому что обычное правильное питание, оно никому еще не навредило. Вот так. Добрый день, пропустила инфу про новый курс. Сохраните. Я не знаю, подумаю, потому что я только для тех, кто присутствовал здесь, предложила эту информацию, эту возможность записаться туда, оставить заявку и все, и просто ждать курс, который будет в начале мая. Вот. Обширный. Ссылка в шапке профиля именно для тех, кто здесь присутствует на эфире. Потом только, наверное, в апреле я объявлю про этот курс, потому что пройдет мой марафон, который сейчас стартует 22 марта. Мы закончим этот курс, работу, уроки и все так далее, чтобы все было готово, и тогда объявлю. Так, на грудном меню можно, там на 300 калорий больше. Да, на 300-400. Как накачать большую попу? А у меня попы нету большой. Это волнует многих подписчиков. У вас нет жопы, я от вас отписываюсь. Да куда же делась ваша жопа? А у меня просто ее не было никогда со школьных времен. Как муж называет, у тебя попа школьницы. Ну, я занимаюсь спортом 4 года, но если у меня ее нету большой, что я... Я не унываю, понимаете, это не главное в жизни. Я просто довольна собой, у меня здоровый вес, и все отлично. Зачем мне зачем мне переживать по этому поводу, если кому-то что-то не нравится? Потому что самое главное — это то, как комфортно именно вам. Все женщины абсолютно разные. Есть те, кто в крупном телосложении выглядит замечательно. Они здоровые, счастливые, от них пышет энергетика. У них нет лишнего больного веса. Помните, я вам раз в сторис рассказывала? Если больной вес — это когда одышка, это когда тяжело подниматься по лестнице, давление, сердечно-сосудистые заболевания, это больной лишний вес, позвоночник, суставы, да, страдают, его нужно сбрасывать. Если нет больного лишнего веса, вы просто женщина в теле, цветете, пышете, пахнете, и вас все устраивает, то почему вы должны быть под стандарты какие-то, которые заложили неизвестно кто, и все люди стараются под них подстроиться? Какой у вас вес? А какой у вас, какие параметры? 90-60-90? 100-100-100-100? Блин, все, ты не подходишь под эти стандарты, все, ты страшная, значит. И человек унывает, думает, блин, все, я страшная, так сказали люди. Как это вернуть, вот эту картинку, меня? Как я... Ну, капец, я тут... Вот так. Вот. И люди начинают переживать, да, комплексовать, самооценка опять падает. Сидишь и думаешь, ну на самом деле это ко мне вроде нравится, мне комфортно, и у меня все отлично в жизни. И есть те, которые воспринимают это и живут грустно, а есть те, которые не воспринимают и живут своей счастливой жизнью. Поэтому большую попу, если хотите, конечно, можно качать, вес прибавляем, в зал ходим, штанги, добавляем белок в свой рацион, да, прибавляем калорийность на профицит, но имейте в виду, что пока вы будете накачивать свою попу, у вас будет расти живот, да, у вас будут расти складки, потому что вы будете на профиците калорий, вы качаете эту попу, она увеличивается там в мышцах, в ногах определенно тоже. Потом вы начинаете сушиться, да, там тоже очень грамотный подход, и это все происходит не один месяц, это происходит полгода профицит, потом полгода там дефицит, вы лепите свою фигуру так, как вам надо, и если вам это нравится, комфортно, да, лишать себя там чего-то, жить с какими-то ограничениями, то пожалуйста. Я выработала свои привычки, выработала свой режим, выработала то, чем я занимаюсь и кайфую просто. Я в удовольствие тренируюсь, я не тягаю эти штанги 100-килограммовые, мне просто в кайф то, что я делаю. И я не хочу чего-то лишаться, я хочу пойти в ресторан, попробовать вкусную какую-то еду. Я понимаю, я знаю, что есть мера. Я живу просто в удовольствие и
от того, что мы испытываем какие-то новые ощущения, у нас образуются новые нейронные связи в голове. Приходите в ресторан, заказывайте какое-то вкусное блюдо новое, у вас определенно новая нейронная связь прибавляется в голове. То есть вы тем самым становитесь развитее на чуть-чуть, то есть на одну эту связь. Если человек ест каждый день борщ, 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 либо картошку, 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 он, к сожалению, да, это все связано, он не становится развитее, да. Если вы едите только грудку, грудку, грудку и капусту, 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 с учетом того, что вы хотите похудеть и к черту все остальное, значит, вы не удовлетворена жизнью, значит, вы живете не в комфорте, не в удовольствии. Поэтому вот мой подход, он совершенно другой, которому я учу всех на своих всех проектах, которые есть, будут и которыми хочу вас всех заряжать. Потому что те подходы, которые я использую, они меняют тысячи просто человек, и девочки живут с этим. А самое главное, это не месяц, не три недели, а это вся ваша жизнь, которая у вас дальше идет. На трех неделях мы не останавливаемся, жизнь не кончается. Мы должны научиться вот этому всему, чтобы жить в комфорте, в удовольствии и в счастье. Вот все, что я вам хотела сказать. Спасибо всем, кто присутствовал. Я посмотрю. Еще сейчас вопросы немножко. Похудела с вами на 10 килограмм за 4 месяца, перестроила свой рацион. Умерла мама. Да, вот здесь, если у вас происходит срыв, да, может произойти, если это прям такое тяжелое психическое какое-то расстройство, может наступить компульсивное переедание. Да? Компульсивное переедание — это то, что дает человеку повод кушать и не останавливаться. Здесь нужно работать именно со специалистом по расстройствам пищевого поведения, да, ну, я таковым уже являюсь, там, через 3 месяца получаю диплом. Здесь нужно работать именно с изменением в голове ваших мыслей, ваших установок, потому что то, что вы будете себя ограничивать, то, что будете считать калории, вас это будет еще больше угнетать, заставлять, вы будете еще больше переживать, поэтому нет, этого не нужно, нужно начать по чуть-чуть, да, менять себя, не ограничивать полностью, чтобы не было срыва. Спасибо большое за эфир. Пожалуйста, сохраните эфир. Вы красотка. Вы тоже все красотки. Я прям всем хочу сказать, чтобы вы не забывали, что мы все цветочки. Мы такие все красивые. Неважно, какой у вас вес, возраст, да, как вы выглядите, у кого какая попа, у кого какая талия, нос какой, сделайте операцию, да, мне постоянно говорить, грудь какая там, о, маленькая, большая. Да все, к черту. Мы все красивые, каждый по-своему. Потому что мы с каждой со своей изюминкой. Это очень важно. Потому что когда у девушки есть изюминка, она красива, она привлекательна, да, и самое главное, излучает какое-то тепло, энергию. Вот это очень важно, а не эти стандарты 90-60-90, когда внутри может быть какая-то пустота. Поэтому мы прорабатываем внутреннее состояние, внутреннюю гармонию, меняем себя, прививаем привычки здорового образа жизни, как мы делаем с вами зарядки, да, прививаем привычки правильного питания, здоровой еды и думаем о том, что все, что мы делаем, мы должны делать с пользой для себя. Смотрим фильм, он должен быть с пользой для вас. Читаем, смотрим эфир, кушаем, берем в тарелку даже десерт. Но вы понимаете, что если это будет маленький кусочек, он сейчас приносит вам пользу, потому что вы получаете удовольствие, да, это польза. Если вы берете огромный кусок торта, это не польза, девочки, это тогда переедание. Зарядки, уход за собой, вот все, что мы делаем, это польза, и наши цветы будут распускаться еще больше. Спасибо, с наступающим, с наступающим, с наступающим. Вот, что-то еще тут у меня мысль сбилась. У нас просто это, без 20:11 уже вечера, я запутывается у меня слова. Спасибо, спасибо, спасибо. Мои, все вы мои девочки, я вас всех уже знаю по аватаркам. Это девочки, которые постоянно со мной в марафонах, в проектах. Вот, и если вы прям запутались в своей жизни, если не знаете, с чего начать, вообще просто менять свою жизнь, то всех жду на свой вот этот новый обширный проект. Можете сейчас просто записаться, можете подать эту заявку, да, обязательно вы попадете в этот проект, вы будете включены в качестве, наверное, везунчиков, которые попали по самой сниженной цене, потому что маркетологи работают, продюсеры, и они все устанавливают цену определенную, которая будет оценена, наверное, к концу апреля.
И там уже будет ясно, сколько это будет стоить курс. Он, наверное, в два раза дороже, чем есть сейчас по этой ссылке. Спасибо еще раз всем, кто же поздравляет с наступающим 8 марта. И встречаемся завтра на зарядке, девочки. Также в 5:30 утра я всех вас жду и буду заряжать вас позитивом, энергией, хорошим настроением, бодростью, активностью и всем, что мы сами себе... Это полная цена, это для вас со скидкой цена. Полная цена будет больше, примерно в два раза. Марафон февральский закончился, жду мартовский, будет 22 марта. Девочки, ссылка в шапке профиля, либо смотрите, вот, еще раз я вам оставляю, сделайте скриншот, пишите на этот WhatsApp. Вот, видите WhatsApp, 965-053, вам ответят, расскажут все подробности, можете сохранить, сделать скриншот, просто сохраните себе сейчас, сделайте скриншот и пишите туда, либо переходите в шапку профиля. Шапку профиля, это вот где стрелочкой показано, под моей шапкой, под моей аватаркой, то есть, простите. Все, тогда пока сохраняю эфир, сейчас распоряжение получу от своих продюсеров, оставлять этот эфир или нет в записи, потому что мы договаривались для тех, кто посмотрит этот эфир. Может быть, на сутки оставлю, кто успеет за сутки посмотреть, тот остается счастливчиком и проходит в курс, который состоится. До встречи, пока-пока.